не стеснит твоих движений. Ты хотел поговорить? Меня зовут Зока. Ты пришла с севера? Из Кровоточины? Это какое-то поселение? Это деревня пустынников. Они присылают кровяник, которым Вирека наносит отметины на кожу солдат. Но поставок уже очень давно не было. Даже слишком. Раз считаешь, что там что-то случилось, может, пошлешь кого-то проверить? Да я бы рад. Люди злятся из-за крохотных порций воды и разборок между Ярой и Дракой. Послать некого. Мои краски для лица устрашат врагов. Выбирай. Ты сказал, что из деревни на севере приходят поставки какого-то кровяника? Это багровый камень, из которого мы делаем краску. В Кровоточине его месторождение. Наши солдаты привозят его оттуда, а взамен мы шлем туда воду. Все ради воды. Все в клане зависят от песчаной прорехи. И столица, и дальние деревни. Но кровяник не привозили несколько недель. Наши запасы на исходе. И их вода тоже. Если буду там, поищу вашу деревню. Узнаю, что случилось. Благодарю тебя. Иди на север к руинам на границе пустыни и гор. Кровоточина там. Найди Кентока или Натику. Они знают, в чем дело. Мой враг.
забираю. Я бы хотела залезть на эту дверь на шею, но не знаю как. Пожалуй, оставлю при себе.
Зимник Томат. Драка и Яра уже здесь. Ты здесь. А я-то думал, тебе все равно. Элой, ты пришла посмотреть на наш бой? Неужели без боя не обойтись? О, да, никак. Если вы сойдетесь, все ваши люди начнут бой. И сколько погибнет? А сколько наших людей погибнет потом, пытаясь отомстить? Должно быть другое решение. Прислушайтесь же к ней! Вы оба ее должники. Яра, это правда необходимо? Он сломал прореху! И не говори, что веришь тому, что он не знал об этом. И все это было частью его плана по захвату власти. Ты не видишь? Именно этого он добивался. Неважно, сколько погибнет, пока он идет к цели. Стать предводителем. Нет. Я его остановлю. Сейчас. Драка, ты потерял много людей на охоте за сердцами машин для обмена на воду. Хочешь потерять еще? Из-за этих потерь я и затеял все это. Поэтому и послал людей на поиски источников. Клянусь тебе, я не причастен к тому, что случилось с прорехой. Укта пришел и рассказал о подземных ключах, которые ведут к источнику. Все! Я не велел ему иссушать прореху! Отступи, и мы сможем все это обсудить. Нет! Хватит разговоров и лжи! Яре нельзя верить! Это доказано! Это и есть ваш план по спасению клана? Устроить побоище за власть предводителя? Бросьте эти глупости, работайте вместе. Она права. Уберите свои копья и вернитесь домой. Чтобы она осталась за главную? Ни за что. Видите? Ему нужна только лишь власть. Это личная месть. И с этим пора кончать. В этом мы сходимся. Выбирай сторону, Элой. Сейчас все решится. Нужно как-то избежать большого кровопролития. Вот не умеют Тенакт по-хорошему, да? Боюсь, что так. Если станешь предводителем, это не изменит того, что случилось с прорехой. Если ты хочешь помочь своим людям, не стоит жертвовать их жизнями ради смены власти в клане. И правда, особенное пламя пустыни. Но не для того я все это делал, чтобы смириться с положением. Тогда сразись с нами. С двумя. Ты хочешь спасти жизни? Пусть твои люди отступят. Я видел тебя в бою. Эти солдаты со мной. Тогда мы будем за Элой и Яру. Уравняем. Ладно, старик, помирай. Новые правила! Сражаемся только мы! За право вести клан! Был рад знакомству, Элой. А мне так нравилось. Тебе стоило отступить, пока еще был шанс, драка. Думаешь, это меня...
хорошо! Все кончено, Драко. Еще нет. Ты храбро шел по своему пути. Ты умрешь с честью. Неужели иначе было нельзя? Так заведено в пустыне. И что будет теперь? Будем делить воду, что дает прореха, и ждать ее заполнения. Я прослежу, чтобы острая длань получила свою долю. Да, проследи. Пустыня не забывает. И я не забуду, как ты помогла нам. Я дарю это тебе за заслуги перед кланом. Смогу выйти там, где вошла. Где-то должен быть выход. Могу выйти там, где вошла. Где-то должен быть выход.
Наконец-то. Долго пришлось лезть. Перехватывать такие машины, надо искать новые коты. Уже эта деревня, о которой говорил Зоб, все поселение затопило. Возможно, виновата буря. Интересно, есть ли выжившие? Надо поискать на берегу. На том холме выжившие. Надо узнать, в порядке ли они. Он в порядке? А, жить будет. Ну вот. А что с остальными? Это уже моя забота. Отдыхай. Я Натика. Далеко ты ушла с востока, чужеземка? Ты Натика? Значит, это кровоточина. То, что осталось. Кто тебя направил? Ученик красильщика из палящего копья просил найти тебя. Он переживает, что давно нет поставок. Что ж, как видишь, у нас есть проблемы поважнее, чем доставка кровяника. Что произошло? Последняя буря вызвала потоп, который обвалил полгоры. Обвал прошел прямо через деревню. Как ты слышала, многие пропали. А я занята с этими двумя. Я могу поискать. Если кого найду, отправлю к тебе. Очень признательна. Если найдешь старого мрачного солдата, Кинтоком зовут, скажи ему... Скажи, что я здесь. Попробую использовать визор для поиска выживших.
Вода тут густая, грязная. Похоже, этот источник не поможет болящему копью. Держитесь! Я что-нибудь придумаю! Нужно помочь Танат спуститься с утеса. Этот старый кран подойдет. Если сдвинуть его в нужную точку, можно соорудить мостик. Снова застрял. Вижу, что он в поиске. Даже пытаться бесполезно. Может проверить, что покажет визор? Планирует. Может включить визор, посмотреть, что он покажет? Надо включить визор и осмотреться.
Интересно, визор тут что-нибудь покажет? Пришли после обоя. Теперь я могу приручать наракопов. Ah!
мы спускаемся. Это всегда пригодится. Теперь я стала немного чище. Все в порядке. Теперь да, когда рядом ни одного щелкозуба. Ты знаешь свое дело. Несколько ребят застряли на восточных утесах. Им бы тоже не помешала твоя помощь. Ладно, я разберусь. Ты видел Кентока? Натика просила меня найти его. Я видел его до схода с Эля. Ясно. Идите к берегу, на другой край деревни. Там Натика и другие выжившие. Хорошо. Спасибо. На тех камнях есть огнеблеск. Если подожгу его, он расчистит путь для крыла. Пойму, как ее опустить. И готово! Стрелу
что-то заклинило. Надо забраться и посмотреть. Во имя десятых, как тебе это удалось? Не убегай. Не знаю, как ты это сделала, но спасибо тебе. Все в порядке? Этот сломал ногу о какие-то обломки, когда мы бежали от бедствия. Но жить будет. Как вы там очутились? В последнюю бурю по деревне прошел селевой поток. Мы еле успели добраться сюда, так высоко была грязь. Но когда все успокоилось, вода отступила, и мы тут застряли. Мы не можем бросить раненого товарища. Сможете добраться до берега? Там Натика выхаживает раненых. Натика? Слава десятым. Мы пойдем к ней. Она придумает, что делать дальше. Когда ударил селевой поток, несколько ребят побежали к железным башням. Стоит посмотреть там. Спасибо, я посмотрю. Вот это ветер! Не видела никого похожего на пинток. Может, он с другими лучшими? Слышит? Где вы? Мы застряли в башне! Поток залил дорогу назад! Наверху есть лестница, но нам не достать! Ясно! Я найду, как вам добраться! Надо добраться до лестницы на верхушке башни. Если заберусь на соседнюю, может, удастся перебраться? Бессмысленно. Здесь крюкохват не зацепит. Отлично. Теперь осталось только залезть на вершину. Оттуда я смогу перебраться к выжившим. Thank you.
другой башне есть лестница. Я смогу перепрыгнуть. Все живы. Ты не одна из наших. Прости. Да. Мы укрылись тут, когда сошел сель, но обломки завалили проход, по которому мы попали сюда. Лестница была единственным выходом, но мы не могли до нее достать. Не переживай. Я найду другой выход отсюда. Не знаешь, что с остальными? Есть и другие выжившие. Они в порядке. Слава десятым. Идите на берег, когда выберетесь. Натека ждет вас там на холме. Она выжила? Хорошо. Мы найдем ее, как только выберемся. Ладно. Тогда подождите. Должно сработать. Вот! Вы сможете выбраться! Спасибо! Мы сразу пойдем на берег. Все. Кажется, я нашла всех выживших. Но Кентурка среди них не было. Надо вернуться к Натике и рассказать ей. Что мы будем искать? Отдыхай. Элой, благодаря тебе солдаты спасены. Но где же Кинток? Пока не нашла подходящего под его описание. Ты знаешь, где он был, когда началась буря? Я последняя, кто его видел. Прямо перед селем. Сказала ему, что хочу уйти отсюда. Поступить на службу в охрану вождя. Но он не отпустил меня из отряда. Все Тенакт упрямые воины, но Кинток самый упрямый из всех. И я сбежала. Я возвращалась с другого склона, когда увидела Силь. Ты хотела загладить свою вину? Я должна его найти. Он пережил бы любую бурю, я уверена. Ты сказала, Кинток — лидер отряда? Он тренировал меня, когда я поступила в отряд. Сильный, как бронезуб. Беспощадный, как пустыня. Но... благодаря ему я стала сильнее и быстрее. Он учил выполнять свой долг, а не искать славу. И сражаться ради благого дела. Да. И все же он хочет, чтобы я осталась здесь, а не посвятила себя почетной службе в охране вождя. Ты сказала, что хотела поступить в охрану вождя. Ты хотела стать шерифом? Нет. Шерифы путешествуют по землям кланов, исполняют указы вождя Хикару. А стража всегда в роще, защищает ее. Что такое роща? Это древние руины, святое место десятых, храбрейших воинов мира Предтеч. Оттуда правит вождь Хикару. Лишь немногие избранные удостаиваются чести служить в охране вождя. И почему же Кинток не отпустил тебя? Он сказал, что нет большей чести, чем служить отряду и клану. Но мы здесь только и делаем, что собираем краситель. Как это может сравниться со службой вождю в роще? Все это сделал Силь? Ну и буря тут была. В последние годы их становится все больше. Ливни, молнии и ураганы, кренящие железные башни. Но последняя буря была самой страшной. Раньше здесь было засушливо, как и во всей пустыне. Бури изменили все. В столице не хватает воды. Вы могли бы помочь? Песчаная прореха пересохла? Похоже, не у нас одних серьезные проблемы.
Но мы не поможем. Эта вода отравлена кровяником. Ядовитая, как масло машин. Ученик красильщика из палящего копья говорил, что вы меняете кровяник на воду. Так заведено в пустыне. Другие деревни охотятся на звери и машины, чтобы торговать со столицей. А мы собираем камни. Важные камни. Кровяник нужен, чтобы ставить отметины на коже. Клан не сможет хвастаться подвигами без наших поставок. Попробую еще раз осмотреть деревню. Где в последний раз? Натика. Я тут. Где Кенток? Он выжил? Мы найдем его. Он спас меня. Отбросил в сторону, когда пришел Си. А его унесло потоком. В сторону выемки. Выемки? Это древний проход, который ведет под землю. Идем. Я покажу. Натика! Нужен командир. Мы тут беззащитны. И лишь половина сможет отбиваться от машин. Что нам делать? Иди. Выемка в склоне холма, к северо-западу. Как смогу, догоню. Что нам теперь делать? Сперва надо выставить пару солдат в караул. Наверное, старая шахта. Обломками завалила вход. Может, Кентока унесло туда селевым потоком? Надо расчистить вход и попасть внутрь. Можно войти.